Итак, пацаны, обзор на самый страшный, самый просто заряженный крузак 300 на Радмире генерала ФСБ. Ебать, он выглядит! О, пацаны, тихо. Сейчас, вон наш пациент. Это, мужики, вы бы так не целились. Я там кое-что сейчас покажу вам. Вот в багажнике, гляньте. Здорово, пацаны, здорово, гангстеры. Как вы понимаете, по названию этого видео я прямо сейчас только что купил новый крузак 300, пацаны. И я планирую из него сделать максимально самую страшную машину. Самый страшный крузак, который только есть. И страшным будет не в том плане, что я сделаю его ублюдским или еще каким-то некрасивым, а именно, блин, будет всем страшно, когда ты его просто увидишь в зеркале заднего вида. Пока что это просто белый крузак. Но есть одно но, и оно очень огромное и очень большое, которое повлияет просто на все. На эту тачку добавлены новые обвесы, новые тюнинги. И если в целом сделать все правильно, а у меня есть в голове идея, как я все сделаю, то эта машина официально будет реально самой злой. Или же, если по-простому, то это будет крузак генерала ФСБ. Плюс-минус, но даже может быть чуть повыше, я даже не знаю. В целом, пацаны, как получится, но я уверен, что будет максимально круто именно в плане крутости. Поэтому погнали прямо сейчас исправлять простой белый штатский крузак, просто дедушки, который ездил вот по этому маршруту, и превратим его в такой, в котором бы вот этим ментам, стаку ментов, целому скваду было бы страшно даже останавливать. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь, погнали. Кстати, от предыдущего кузова этот отличается тем, что он хотя бы едет, и он способен в стоке, без всяких стейджей, без всякой херни разгоняться 210-215 километров. Мы уже едем по городу уверенно, просто на уверенных движениях, объезжаем с пробитым колесом, но неважно, Бугатти, объезжаем велосипеды. В целом она реально такая, видишь, валка и... Блин, я даже представляю, как это будет выглядеть страшным образом, все, ой-ой-ой. Сейчас мы тут штрафы собираем, погоди. Блин, ну скин, конечно, Паш Техника выглядит здесь как-то, ну... Я не знаю, не уверенно, что ли? Я бы... Ой, блядь, врезался. Сменил бы на свой хотя бы скин, я не знаю. Мой, конечно, там тоже не будет слишком уверенным или еще что-то, но... Кстати, забыл сказать, стоит он 12 миллионов салона. Мы вложим еще 7 как минимум на стейдже, еще в сам тюнинг. Короче, нам обойдется плюс-минус 25 миллионов. Четверть сотни. Ой, блядь, короче, все, ладно, я думаю, понял. 25 лямов и все, без всяких украшений. А чел сразу знает, что этой машине нужен тюнинг. Он даже не спрашивал. А ты сразу, да, понял, что эта машина ублюдская, надо тюнинговать? Блин, я хз, мне сюда. Тебя на такую заскамили? Да. Ну, я... Вот прям я на такую? Да. Я даже обрадовался. Обрадовался? Почему? Потому что она не нравилась. Не нравилась? Смотри, я сделаю так, что она тебе понравится. Давай. Давай, у нас с ним челлендж, окей. Его заскамили, ему она не нравилась. Сразу, пацаны, говорю, это был черный цвет, это очевидно просто. Мы можем голубой сделать и ездить на голубых движениях, как бы с мигалкой. Но нам нужна страшно черная. И почему-то не была указана. Че говоришь? Там, да? Не... Первый день, что ли, работаешь? Да, я первый раз. Зуб даешь, удобно, да? Да? Удобно так-то делали. Удобно? Да. Лично. И что, прикольно. Что-то мне кажется, что меня обманывают. У него такой голос пиздобола, честно. Я не хочу его оскорблять, ну, есть такое. Серьезно, да? Да, серьезно? Видос будет? Да, нет, а тебя заскамили, да, на эту машину? Серьезно? Прям? Да, на такую же. Скажи, да, серьезно? Да, серьезно. Я пока салон посмотрю. Да я не хочу ничего говорить, как бы, блядь. Но мне почему-то показалось, как бы, а чуйка знать. О, бля, какой салон сзади? Это другая. Стой, какая машина? Это крузак. Это крузак 300, да? Да, 300. Да, вот он такой. Нихера ты. 12 миллионов он стоит. Как тебя заскамили? Теперь ты здесь работаешь? Грустная история. У меня еще, ну, КБ там. Ну, короче, тебя нормально так полоховали, да? Мне, короче, на него заскамили, и я тильтанул, не стал лагать, у меня КБ потом слетело, и все. А, еще и квартира слетела? Да, у меня все слетело. У меня ничего нет теперь. Ну, я 4000 тебе дам за грустную историю, но больше не смогу передать. А ты что, больше не будешь? Нет, буду. Сейчас тебе, знаешь, денег сколько припадет, если там дорогие детали? Да, я знаю. А, он уже знает. Да, я знаю, говорит. Не, ну тут, конечно, где-то в истории есть грустный моментик. Ладно, давай диски сразу выберем какие-нибудь. Они должны быть черные сразу, 100%. Вот такие диски я поставил. Я не знаю, они мне нравятся, потому что в последние две серии я помню, что я делал крузак, я помню, что я точно брал там вот эти вот диски именно с протектором от внедорожника, и они прям идеально встают и максимально злобу придают, потому что на лысой резине такая машина выглядит как-то, ну, несносно, а вот с такими дисками на такой резине, конечно, посмотри, они еще и черные-черные, я бы еще и прям сами, короче, вот эти вот покрышки покрасил бы сбоку в черный еще сильнее, короче, начернил резину, ну, чтобы максимально Total Black был. Интересно, а сделали ли здесь в новом тюнинге так, чтобы был антихром, потому что это очень важная деталь? Я помню, что на 200-й крузак точно есть антихром деталь, сейчас как раз узнаем.
Давай, Paint Job 1, Paint Job 2, Paint Job 3. Да, антихром присутствует, и мы, конечно же, его ставим за 840 косарей. Антихром — это самая важная деталь для этой машины. Чел уже 150к заработал. Ну, может быть, так вот, слушай, на этом тюнинге ему перепадет часть этой машины. Давай посмотрим, кстати, с передней решеткой, как происходят дела при установке антихрома, потому что важно, чтобы вот эти белые детали тоже пропали. Они спереди и придают всю злобу машине в том стиле, в котором мы делаем. Давай, крась быстрее, дружище. Давай. Ждем преображения прямо на наших глазах с таким эффектом вау. Чтоб фея пролетела, так махнула палочкой оперской, и у нас как бы, ну, движения сразу, наверное, уверенные. Не, ну он долго красит, конечно, я прям сижу и жду, и меня прям уже, ну давай, ну мандраж уже. Блять, это самая важная деталь для этой машины. Если она парашная, я не хочу портить себе настроение. Пожалуйста, молю. Ну что там. Пойдет, я доволен. Я доволен этой деталью. Вот это уже другой разговор. Сейчас уже все пойдет по-другому, потому что здесь хреново куча бамперов, посмотрите. Стоковые, это все пропускаем. Передний бампер 1. Передний бампер 2. Передний бампер 3. Вот я не знаю, второй или третий. Ладно, подожди, дружище, вот смотри, вот есть такой бампер, есть вот такой. Так, давай это, вот это второй? Это третий. Да. Какой тебе больше нравится? Мне второй нравится больше. Такой, вот этот. Мне тоже, давай его поставим. За 600к. За 600к ставим второй бампер. У него нижняя часть более, ну, злая и что больше сочетается с верхом. Я сколько заработал? Да я знаю, много-много. 300 косарей уже. Это просто мне на любую тачку сейчас будет низкого хватит. Это отлично, дружище. Это вот такой подарок тебе за то, что тебя заскамили. Твоя же машина приехала. И спасибо. Тебе же бабки дала на возврат в игру. Да. Ну, так. Я все равно за 5 лямов покупал. За 5? Бушную, что ли? Да, на бушную. Тогда ладно. У меня просто возникла идея, что я в конце серии ему подарю эту машину, и он вообще охренеет. Но на это мы еще посмотрим, как бы. Я с тобой поеду, можно? Ну, он почуял, что ему может посулить подарок. Но там посмотрим, по движухам уже. Может быть, если тачка понравится, я оставлю ее себе. Потому что если прям совсем реально классно, ну почему бы нет, я бы на ней покатал. Какой смысл, я ее сразу купил и сразу отдал. Ну посмотри, если есть до чего докопаться, там, конечно, будет уже подарок. Не, суть важно. Давай посмотрим, что сейчас с задним бампером. Потому что задок у 300-го, ну вот спорный момент вообще. И тут надо максимально злые обвесы, ну и, конечно, будет третий максимальный за 840 тысяч. Потому что, ну, нет смысла другой ставить. У него и так ублюдский зад, и этот бампер хоть как-то его исправит. Хотя и в стоке нормально. Главное, чтобы вот это пол... А, не, ну, нормально. О, выехал из гаража, а здесь сафари-крузак. Ага, интересно. А, ну, блядь, тут еще и такое сафари, блядь. Совсем другое. Надо отсюда точно дотекать. Не, ну тут надо багать, наверное, все-таки немножко. Вот, блин, я поставлю S-панель. Я не фанат гидравлики, вы это знаете, потому что S-панель я люблю контролировать, когда можно и занижение сделать по городу, покататься, и завышение. Ну, конечно, это дольше, чем с гидравликой. Гидравлика — это одна кнопка, здесь надо эту команду прописывать, заходить в это меню, но тем не менее, за лям лучше поставить вот такую деталь, потому что она реально мне нравится больше, а функционал, по сути, тот же самый, что у гидравлики. Давай, прям максимальное занижение нужно здесь было сделать. Опускайся. Ух, ебать танк. Прыгай. А, ебать он темщик, слушай. Не, ну он, может быть, и ездил на крузаке. Теперь я ему верю, наверное. С такой мордой он, может быть, и ездил. В смысле, он меня надевает на ремень без... Выйди из машины, а то вот тут ты мне ремень надеваешь. Короче, вот это реально четкая машина. Посмотри, я занизил ее по максимуму, и обычно на внедорожниках это выглядит как кринж, но здесь она прям наклоняется, и это какой-то бункер или танк, я не знаю. Ну, может быть, и мусорное ведро, кто как хочет, то пускай так и называют, но выглядит это, конечно, почти как Rolls-Royce Cullinan. Ну, то есть, если закрыть фары, сейчас затонировать, она прям как броневик какой-то прет и тулит просто по центру города. Вот так вот просто жиги на суете. На... Бля, она такая суетная. Как же я хочу побыстрее это делать еще. Я по привычке заехал стейджи сюда ставить. Но, как вы понимаете, ГГ-стейдж, как говорится. Помянем тот самый стейджевый автосалон, в котором не было интерьера еще вдобавок, и который здесь стоял. Было удобно, но поехали в Южный, пацаны. Там тонировка, там стейджи и все остальное, что нам нужно сделать. Мне кажется, она перевернется, если мы попытаемся ее поставить боком. Кстати, я мог просто спилить пружины, но вы понимаете, что если я вдруг буду проверять ее на бездорожье, то я подниму ее. Блин, ну у нее с поворачиваемостью именно вот на скорости в бок есть какая-то проблема. То есть выглядит это все, конечно, классно, если вот так вот делать. Но очень валко и медленно. То есть, это, если я сейчас попытаюсь вот так вот сделать. Есть ощущение, что она реально вот еще чуть-чуть, и все, и на бок нахрен переворачивается. Как-то это выглядит, конечно, неуверенно, а может быть, с другой стороны, и страшно. То есть, как бы, когда вот такая вот махина за тобой прет на уверенных движениях и не переворачивается, блядь, как же это страшно выглядит. И отвечаем, мы сейчас вот этот поворот заходим сейчас. Ну он почти переворачивается. Ладно, сразу втуливаем сюда стейджи максимальные. Заехал я, значит, сюда в тонировку. А там чернющий гелик просто тонирует. Ну и кто... Вот даже сейчас я вам сравню сейчас вот гелик, который там стоит. И наш крузак, который у нас на руках. Бля, что-то у меня есть ощущение, что у нас как-то, ну, позлее, пободрее. Давай, прям в хламину его ставим. За 300к, давай.
чел ломится обратно. Блин, а я захожу, слушай, в интерьер то есть значок, то нету Toyota. А как это вообще работает? Две разные модельки, одна с Хасла, другая с ПК подгружается. У меня реально не было этой... значка. А капот у нас такой был, подожди, с такой вмятиной здесь? Или это мне помяли? Блять, ну издалека это прям вообще какая-то махина выглядит. Просто одни фары и черный куб просто страшнющий, а. Ебать, я нашел, пацаны. Год или два я искал эти огни. Как вы помните, у меня были мигалки, которые мигают только красным. Я нашел реальные, настоящие радмировские огоньки, радмировские эффекты. Его ID, который ты можешь использовать, и у тебя будут синие и красные мигалки. И сейчас вы все увидите. Это еще не финальная машина, но я думаю, вы уже догадались. Я должен был показать заранее, что я делаю. На! Ну, я думаю, вы можете посмотреть назад, что у меня какое сегодня настроение. Да, ну и такое всегда, блядь. Итак, пацаны, обзор на самый страшный, самый просто заряженный крузак 300 на Радмире генерала ФСБ. Итак, пацаны, давайте посмотрим, что у нас есть. В общем-то, маячки, спецсигналы, и все они светятся, они просто мишура и бутафория. Они действительно светятся красным и синим. Также у нас есть, в общем-то, радиатор от стейджей, который ускоряет нашу машину. Но сверху у нас есть еще усиленная оптика, и сверху у нас есть фары, я забыл, как они называются, сверху, в общем, которые светят. Также есть мигалка, обычная красная, которая устанавливается, убирается вот таким вот образом. Ты ее достаешь, убираешь из салона. Далее, она занижена на вот таких вот дисках. Она такая вся черная, в обвесах, тонированная в хлам, пацаны. Просто уничтожительница. Далее, я вам показываю номера ЕКХ. И насколько я помню, как бы, ну, ЕКХ как раз таки были те самые блатные номера, когда ФСБ или ФСО ездили по Москве и из трека Гуфа. Вы помните, что меня обгоняют там мигалки с номерами ЕКХ, снизу Балчук, сверху Москва-река, ну наоборот, в общем, какая разница. Я думаю, вы поняли, о чем идет речь. Но это не все. Я вам сейчас открываю багажник, и вы просто падаете. Готовы? И кто неустойчиво стоял там, нет, просто присядьте. Ебать, вот этого никого нет на Радмире. Муха. Самонаводящаяся. Если есть у кого РПГ, то настоящая. А у меня лежит вот такое, ебать. Кто меня остановит? А мы сейчас попробуем это сделать. Пускай он меня досмотрит. И пускай он мне задаст вопросы, но это еще не все. Потому что если мы садимся внутрь, то мы все эти вещи, которые установили изнутри, то мы видим еще внутри спецсигнал, который не видно снаружи, потому что он у нас из-за тонировки не виден. Но если приглядеться, то он тоже виден. И мы его как бы можем типа в теории включать. Он у нас из-под тонировочки тоже светится. Но это уже американская тема, но я решил, что я ее тоже установлю. Хотя, ну хотя уже не смогу. Можно и коллаж было положить в багажник. Но я использовал максимальное количество устанавливаемых объектов на одну машину впервые. Ну что, поехали наводить суету. Погнали. Самое главное перед суетой — это пристегивать ремень. Не, она реально страшная, это просто кабан. Вот по факту, если бы эту машину можно было реально... Вот если кабан, то только такой, пацаны, да? Не эти ваши старые... Ебать, он выглядит! Фары выключил, зачем? Ай, с фарами! Ай, я не показал это... Я сейчас показал с фарами. С фарами вообще вопросов нету. И есть ощущение, что у нас задняя фара, она мерцает. За счет чего? За счет того, что у нас как бы моргают, собственно говоря, сами маячки, и они еще делают так, что у нас как бы почти мигают эти. Ну, знаете, ну, у них тоже как бы мигают фары, там подключаются к оптике. Я хочу включить аварийку. Че говоришь? Привет. КФТМ? Ты не боишься таким машинам такие слова говорить? Да не, нет. Не очкошник, да? На уверенных ты, да, движениях? Ну да, че? Да не ничего. Надо, Лёш. Лёш, не обижай моего друга, пожалуйста. Да, твой друг? Он просто понимает, что немножко недоразвитый. А, ну ладно. На аварийке. Ебать, стартанул. Что там показывает? У нас приборная панель. Ну, не, уверен. Вот эта скорость мне нравится. За 12 вложил еще столько же почти. Еще сколько сил, сколько времени, блин. Да бесценная машина, главное ее не перевернуть. Короче, сейчас что делаем? Мы заезжаем на Рублевку. Ну, какой-то Абрамович на велике катит. Короче, сейчас я заезжаю на Рублевку, да, типа да, кого-нибудь там прессанем. Ну, на такой машине, чё лохов прессовать, бомжей, да, всяких на великах, ну чё, ебать, чё смеяться. Сейчас мы заедем к нормальным ребятам, нагрянем к ним с обысками. Знаете, где-то видели, там толстый выходит такой, там у него какие-то менты ходят в это, со стволами. Вот это то же самое. А у нас муха еще в багажнике, я забыл. Вон, там есть на карте один, сейчас мы к нему нагрянем с проверочкой. Давай, 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 самый страшный сон вот этих жителей этой Рублевки. Нагрянул к ним сюда. Заезжаем, заезжаем. Как к нему подъехать, блядь? Понастрой здесь замков, бля, хрен поймешь, как нормальным людям, как доехать здесь. А, так у него еще участок не закрыт. Не дай бог, АФК стоит. Что он тут делает? Что он тут промышляет? Молодой человек, нам поступила сводка, что конкретно в этой местности проживающий здесь гражданин в
худи с капюшоном выращивают марихуану в теплицах. А, ГЧ0, ебать. Траву ростишь тут. Или подожди, или чё? Или бутырка. 4К и забыли. Видишь, Лёха, а ты чё, с дизайли поссорился или чё? Чего сюда? Ты того, ничего я с ним не ссорился, чё он, блядь? Чё за дом 2 ты тут устраиваешь? Схуёв, я только что с ним базарил. Ты говорил, у тебя ГЧ0, с тебя 8 тысяч, блядь. Ты меня наебал раз, и сейчас от меня ещё говоришь. Чё, 8 тысяч с тебя? Гойл повязан. Донать, я такое тебе показал, первый, кто увидел нормально от этого. Донать на гелик мне. Алло. Ну алло, чё, в натуре не страшно? Вот такое к тебе приехало на огород, на участок, вот так вот в жизни. Ты чё, не обкакался бы? 8 тысяч бы не нашёл. Да ты что-то, блядь, дружище, перепутал. Сейчас перекатим тебя здесь, не заметим. Я могу про... Не, ладно, вот смотри, вот сейчас, блядь, вот ты точно обосрёшься. Иди сзади, посмотри. Как бы, ну, вот с этого уебём, если по дому, понимаете, да? Ебать. Нет вопросов больше, да? Пацаны, я не шучу, блядь, я достану это. Я шмальну, блядь, здесь, сюда, с этого РПГ. У меня нету с собой РПГ, вот в чем проблема. У меня реально есть РПГ в шкафу, один снаряд. Это охуел, блядь. Что сказал, блядь? Нам что-то сказали? Молодец, блядь. Он сказал, что ты чёрт, короче. Ой, бля. Ебать, сейчас твою колымагу тут поднакажу. Ой, их отпиздим, короче. Да всё. Сейчас мы их давай догоним. Ну у него ауди такая шустренькая, быстренькая, но я его догоню. За черта, конечно, не, отвечать надо за такие слова. Что-то, блядь, я самую страшную вроде тачку делал, а мне нахуй не 8 тысяч не задонатили. Я его уже там РПГ пугал и всем, чем мог. Не, ну вон, я его пока еще не теряю с виду, на карте вижу, спереди вижу. Ой, боком пошел, ой, зря ошибка, о, блядь, кента кинул, блядь. На, выпал, блядь. Да, блядь, ребят. Сразу извинения пошли. Да он почти стоковый, там полубак. На, ебать, что, у меня вот такой снаряд еще есть. Я сам себе снаряд. Не, ну он удирает. Так, кента они бросили, вот такие они, ребята, ага. Кент выпал просто. А я был ли это кент, или это просто бомж, которого они переехали? Я подумал, что это кент, я его тоже еще вдобавок переехал. А он только с больницы там выскочил. Ну мы можем догнать их, да, мы их прям настигаем, догоняем. Ух ты, блядь, какой. АФК ушел. Давай. Не, ну тут бадание жесткое пошло. Блядь. Ай, обманул, сука. Я почти туда съехал, ладно, я сейчас по встречке. А нет, встречку не надо. Опасно, мало ли какой бомж, что неуправляемый. Вот это просто черный воронок валит, а. Да ебать. Чуть в Ленина, а нет, уже в Ленина. Я на фулл фокусе, пацаны. Да он меня заебал своими поворотами. Очень смешно найти уязвимое место. Блять. Я вот это вообще не... Я понимаю, ты волк, блять, но что мне настолько. Я смотри, что тебе покажу. Ты в следующий раз вот это. Да не, посмотри сзади. Видал, блять? Надо? Ага. Вот ты ебать. Не, ну вот это РПГ, это вообще просто всех пугает. Подъезжать всем, показывать РПГ, это имба. Это реально ФСБ крузак генерала с подарком, с сюрпризом внутри. Это же просто пиздец, что за название. Не, баг все-таки я сделал в этой серии без бага. Но, блядь, на такой машине нужен он. Просто из-за того, что мы ауди там еле догоняли. Ну, он становится неуправляемый. Там-то хотя бы... Хотя нет, подожди, если сбрасывать скорость, если адекватно ездить, очень много если, и на всех бы я клал хрен, как говорится. Так что вот эти если, мы просто хотим уверенно, чтобы страшно было от первого лица. Ой-ой-ой, бля, ебать, просто музон из бригады. Да какая разница, из чего музон? Просто видишь, он прям переваливается. Ай, ебать. Просто тиран, динозавр. Не, ну он уничтожает. Да, конечно, такую не догонишь. Ебать, ее несет. Как же ей тяжело управлять стало. Нет, этот бак, это, конечно, шляпа полная, потому что, ну, управляемость теряется. Мне нужна здесь управляемость, она и так неуправляемая. Это вообще не вариант. Но надо найти ментов, им показать нужно это, чтобы меня обыск здесь провели. Кто рискнет, это вообще, наверное. Только самый отшибленный или только что, ну, вступивший в фракцию полицейских. Да, ты красиво дал. Давай, передаем привет, пока живы еще. Да, все. Короче, я передаю привет своему другу Максиму, а также друзьям Роме и Дане, который Маркус, короче, и всей своей банде. Пламенный привет. Хорош. Еще и Дизари. Дизари? Дизари? Так, Дизари тоже, чтобы не обижался, не скучал. Все, понял, а то да, он обиделся, походу. О, пацаны, тихо. Сейчас, вон наш пациент. Сейчас мы ему посмотрим, что он будет делать. Разворачиваемся по правилам. Давай. Ну, тут немножко как бы не по полосе. Ну ладно, по правилам, пока по правилам. Куда он едет там? Будем за ним следить.
Что-то он отстал, надо догнать. Так, бомж, объезжаем бомжа. Ой, ебать, подстава! Ему еще что-то там кукарекает, подъехал. Но смотри, он понял, что это подстава, он сам подставился, но он очканул, он уехал, просто, ну, посмотрел, такой, не, что-то, блядь, не-не-не, не будем быковать. Ну, куда он ехал? Давай все равно мы догоним, узнаем. Что-то не догоняем, блядь. Да ты бич этот, блядь, ко всем тут прилип. Что за сегодня в парад вообще велосипедов? Да он же не мог так втопить, подожди. Ой-ой-ой, вот он, вот он, вот он. Куда он ехал там? Куда путь держал? Остановите машину. И проезжает мимо, говорит, остановите машину. И проезжает мимо, может мы его прижмем? Дэвид, побибикай им там. Ебать, хотел еще вправо отдать сюда. Там что-то узко было слишком для этой машины. Твою мать, блядь, подставщик хренов. О, как это выглядит без бампера? Слушай, что за динозавр? Не, ну тут ГГ, да, нас отгагэхал просто мент, даже не собираясь того делать. Блядь, история, как я познакомился с Вантом. Ну, короче, сидели мы в учебном заведении. И препод нам говорит, я вам буду сывать в жопу предмет, а вы будете угадывать, что это. Сует первому, Филиппину, карандаш в жопу. Он говорит, ну карандаш. Сует мне этот, ручку. Я говорю, ручка. Он говорит, ну за внутри, ну за ручку 4. Сует квантум, как его называют этот. Я тебя огорчу, конечно, но я эту историю слышал. Ты пошел ты, блядь. Про черенок это, нет? Ну соя, два оловянных солдатика, это живые, хоть не боты? А, блядь. А, это я ники выключил, погоди. Блядь, я поверил, что это боты, какой я клоун. Ладно. Откроем. У нас прям мигалки спереди это. Открывай, что надо. Свои приехали. Что пишет? Вадик, блядь. Ты в натуре Владик. Владос, давай открывай, блядь. Не, свои приехали. Во, другое дело. Ванёк он сразу... блядь. Что, свои приехали, блядь. Отдыхаем сегодня. Да, ну приезжай, приезжай. Ну, другое дело. Кто, блядь, дрочит ворота? Вон мое удостоверение приехало, кореша мои. Куда ты щемишься, ебать? Валенок, я первый. Паркуемся. Вообще. За что ребенка садите? В натуре, причина ребенок, что ли? А, ебать, ребенок. Че встали, че смотрим? Че, все... Это, мужики, вы бы так не целились. Я там кое-что сейчас покажу вам. Вот в багажнике, гляньте. Ну, увидели они РПГ в багажнике. А, пожми ручку. Так, сбой видосик, 24 часа издеваюсь над игроками на танке. Охуенный видос, прям, блядь. Вау. Мне так реально там можно купить. Ой, извиняюсь, это... Ой, блядь, извини. В общем, передаю вам в казенное владение данный крузак 300. Распоряжайтесь им правильно, с умом. Он ваш в полном распоряжении. Ну, менты его забрали. Как бы, вот для них он и создавался. Пускай ездят с мухой, кошмарят на мигалках. Им он нужен, нужнее. Поэтому, пацаны, я заканчиваю эту охренительную серию. Дайте крузак получился его. Классный. Да, ща дам. Все, я им отдал ключи. Заканчиваю серию, пацаны. Пускай они реально кайфуют, катаются. Реально, сейчас будут менты на этом крузаке ездить. Это же просто имба. Но это прям максимальная РП, которая создала РП-ситуацию. До скорых встреч, ставьте лайки, пока.